У нас появился новый член семьи. Знакомьтесь, это Гремлин. Около года мы очень хотели завести собачку, и я, когда увидела его фотографию, поняла, что это мой ребенок. Но потом я поняла, что он, скорее всего, член семьи Сильванин Фэмилис. Когда мы его забирали в первый день, я очень переживала, что Грем будет нервничать, но он нас сразу же принял и был очень спокойным. С первого же дня мы старались обучать его разным командам, но поскольку ему всего лишь 2,5 месяца, много еще не понимает. Но мы не отчаиваемся, продолжаем его обучать, но по большей части мы, конечно же, играем и спим.